мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем. Кушаем мацу, играем с... Предки славянские. Какие были, ваши думали, славянские предки? Вы о чем? Ну, наши славянские, а ваши я не знаю. Еще какие. Раз говорю, мы же... А ваши иудейские предки. Правильно, вот наши иудейские предки, при этом на территории современной России во втором веке. Славяне появились как народ в шестом веке. Поэтому уже ничего блестят подобного. Не грубят. Мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем. Совсем не понимаем, не знаем, что почем. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем. Кушаем мацу, играем с... Моше ха-Эльон нолад бе-Тессалоники шебе-Яван. לאחר הכיבוש הגרמני באפריל 1943, גורש לאושוויץ בירקנאו. שם נרצחה כל משפחתו. הוא שרד באושוויץ, ובינואר 1945 נלקח לצעדת מוות. הוא היה במחנות הריכוז מאוטהאוזן, מלק ואבנזה, ושוחרר על ידי הצבא האמריקני באוסטריה. משה הוא יושב ראש ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון. בישראל. אליעזר, לולק. Мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, кушаем мацу, играем с... С нынешним папой Франциском обсудили ситуацию на Украине, обменялись подарками. Яценюк подарил папе новогоднюю фотографию с Киевского Майдана, а Франциск вручил ему ручку, пожелав, чтобы все, что ей будут подписывать, совершалось во имя мира. Мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, кушаем мацу, играем с... В этом столетии гроши... Первые в 20-м столетии гроши с еврейскими литерами. На практике это означало, что еврейская мова была однією з офіційних мов молодої української держави. І євреї як нація були безпосередніми учасниками творення цієї держави. Більше того, в уряді України доби незалежності початку ХХ століття